Всем привет! Сегодня 9 мая, 9 часов утра, и вот пчелки собирают пыльцу. Практически каждая пчела с пыльцой, вот видно. Это уже второй-третий день, такая интенсивность приноса пыльцы. Практически за 3-4 часа лоток пыльцеуловителя полон. Хорошая погода. Пчелки летают на лес. Всегда так, в принципе, как только зацветает дуб, начинают вот так пчелы нести пыльцу. Вчера был дождь, утром сегодня закрыл в 7 утра, вот уже что творится. Пыльцу теряют там даже сверху на пыльце сборники. Хороший принос пыльцы.